очередные два блока. Такие уже по счету 11 и 12. Шестое по счету видео. Но вместе с этим будет, получается, еще 3 видео. 6 блоков сегодня. Ну и завтра еще один кейс. Перерыв в футболе. Но в брейке перерыва не будет. Собственно, больших перерывов не будет уже сегодня. До самого конца, перед последним видео, возможно, возьму паузу, чтобы разложить карточки по командам и после открытия 16 блока показать эти карточки участникам. Ну и последние 3 пакета. Под звуки рекламы блок номер 11. Базовые карты. Ничего особенного пока не было. Ну, ждем, что еще остается. Все еще только база. Ну, где киты? Да, здесь тоже базовые карты. Вот и первая джерси. Два мира, одна игра. Запад-Восток. Одноцветный синий кусок. Мартин Тёрнберг из Нижегородского Торпеда. Карта под номером 269 из 300. Мартин Тёрнберг. Торпеда. Нижний Новгород. Еще одна параллелка. Два мира, одна игра. Евгений Малкин, Металлург Магнитогорск. Была уже такая карта, также серебряной версии. Номер этой карты 120 из 350. Евгений Малкин, Магнитогорский Металлург. Две базовые карточки. Далее смотрим. Еще должна быть параллелка. Ну и надеюсь, что автограф. Итак, базовые карты. Ну, еще одна джерси. Как-то иссякли автографы, и вместо них идут джерсики матча звезд. Сколько уж их. Чуть ли не в каждом блоке. Илья Горохов, на этот раз из Динамо. И Виктор Антипин из Магнитогорского Металлурга. Два одноцветных куска. Без каких-то выделяющихся особенностей.
Вот такая карточка, 81 из 100 номер. Илья Горохов, Виктор Антипин. Ну, как-то разочаровывает вторая половина кейса. Сергей Мазякин из Магнитогорского Металлурга. Это вторая в блоке параллелка. Номер карты 66 из 350. Сергей Мазякин, Металлург, Магнитогорск. Две базовые карты, ну и в остатках также должна быть только база. Необходимо в этом убедиться. Ну, вот такой 11-й блок. Так себе, прямо скажу. Ну, надеюсь, что 12-й блок будет лучше. Достаточно сложно быть лучше следующего блока. Может и что-то особенное, нетривиальное все-таки попадется. Пора уже, не так много осталось сегодня блоков. 5, если быть точным, считая вот текущий. Ну и последние пакеты 12-го блока. Начнем мы раньше, чем российские футболисты в Казани. Даже закончим до окончания перерыва. Вот так смотрим блок номер 12. Только база пока. В паузе надо будет пониже поставить камеру. Первая параллелка и первая карта Бориса. Сегодня Райан Макдона. Два мира, одна игра. Серебряная версия. Номер карты 300 из 350. Райан Макдона. Борис. Смотрим дальше. Видим базу. Это значит только то, что их впереди, и придется дальше смотреть базу, чтобы их дождаться. Вот уже что-то вижу интересное. Это у нас джерси под серия Запад-Восток. Якуб Клепиш из Пражского Льва. Одноцветный кусок. Плотный достаточно. Номер этой карты 134 из 300. Отлично видно. Якуб Клепиш. Лев. Дальше. Получается у нас две карты. Есть. И две остается. Ровно. Половина блока. Здоровые суставы.
А вот и вторая параллелка. На рандом она пойдет. Эстафета на скорость. Команда Запада. Короли хоккея. Золотая версия. Номер карты 124 из 350. Такая вот карточка. Остается один хит, но в этот раз будет автограф, да? На самом деле, Металлург Магнитогорск, Алексей Гришин. Автограф, номер карты 10 из 50. Алексей Гришин, Металлург Новокузнецк, я извиняюсь, сказал Магнитогорск. Такой вот автограф Алексея Гришина. Не так много карт осталось. Все они, по идее, должны быть базовыми. Посмотрим и убедимся. Ну и все. Собственно, ничего больше интересного. Ну и обзор. Традиционный уже последних двух блоков. Есть у нас две параллелки короли хоккея. Сергей Мазякин и эстафета над скоростью на рандом. Мазякин из Магнитогорского Металлурга. Два мира, одна игра. Также две карты. Евгений Малкин, Металлург Магнитогорск. Опять же, и Райан Макдона из Барыса. Три джерси. Запад-Восток. Две карточки. Мартин Тёрнберг, Якуб Клепиш. Соответственно, Торпедо Нижний Новгород и Лев. Джерси двойная. Матч звезд. Илья Горохов, Динамо, Виктор Антипин, Металлург Магнитогорск. И автограф Алексея Гришина из Новокузнецкого Металлурга. Ненадолго прервемся.